Здарова, старички, с вами снова Рима. Сегодня у нас очередной видео игры под названием Total War Rome 2. Своими легионерами мы будем сегодня захватывать Александрию. Конечно же, будем пытаться при минимальных потерях. Ну что ж, погнали. Надеюсь, вам шлем. Всем приятного просмотра. Кстати, смотрите, у нас огромная черепаха. Вот так вот она у нас выглядит. Мы ее сейчас будем тащить до их ворот. И, конечно же, эти врата должны пасть нашим натиском. Погнали! Так, подождите. Ой, нет, стоп, они же ворота не штурмуют, я уже забыл про это дело. К ним подходят свежие силы. Я, пожалуй, на лестнице оставлю. Давайте лестницу оставим. Я чуть-чуть перепутал, я забыл про это дело. Боже, Римас, это невозможно, как ты мог забыть? Вот так вот Римасенок уже потихонечку стареет. Римас стареет, хэштег. Быстренько все написали. Хэштег Римас стареет. Так, ну что ж, погнали. Я, пожалуй, наверное, уберу нашего советника, потому что он... Реально, что-то уже начинает бесить. А если у нас лучники, они будут обстреливать вражеские соединения. Я надеюсь, вот так вот мы их уже поставим и начнем их потихонечку обстреливать. Есть риск, то, что мы потеряем многих бойцов именно из-за стрельщиков. Союзные египетские лучники, ну... Союзные египетские лучники, они у нас вроде бы вспомогательное войско. Я как раз сейчас изучаю один навык, который добавляет нам... дополнительный урон именно вспомогательным войскам. То есть здесь все навыки работают, я уже проверял. Это очень хорошо, там вроде бы на 12%, если мне память не изменяет. Как-то так. Так, где наша красавица? Вот она, наша царица. Уже пошел обстрел, нас уже обстреливают. Вперед, ребята, вперед. Сейчас будем еще стену ломать. Я не представляю, как это будет выглядеть, но это будет что-то с чем-то. Ребята... Сейчас будет полная жесть. Вот это графон. Вот это я понимаю. Правда, смотрите. Есть кое-какие недочеты. Текстуры друг в друга куда-то там залазят. Непонятно что. Ускоряем время. Так, наши лучники. Чуть-чуть вперед. Даже... Вот сюда вот поставим. Почему-то в этой игре, в этом дополнении, лучники не так уж далеко могут стрелять. Я даже не понимаю, почему они не так сделали. Вот это вот интересно. Так. Заходим, забираем их лестницы. Потом наша задача добежать до центральной площади. Захватит как минимум две площади, мне кажется, да, для полного контроля над городом Александрии. Отправляем дополнительных бойцов. И пошел обстрел. Пошел обстрел, пошел. Прекрасно. Хотя мы, кажется, и по своим тоже попадаем, да? У нас многие есть потери. Слушайте, ребят, может быть, вы не будете стрелять? Мне кажется, они попадают по нашим бойцам. Пока не стреляйте, идите пока что вперед. Так, убираем атаку в строю. Чтобы атака была быстрой. Я не представляю, что будет сейчас, когда мы будем разбивать их стены своими огромными черепахами. Я сейчас посмотрим, надо будет посмотреть потом. Так. У нас есть кое-какие потери. Жесткие, убираем атаку в строю. Здесь также убираем атаку в строю и заходим в тыл врага. Куда вы пошли? В эту сторону, ребятюли, в эту сторону. Вот это душ твою мотал. Вот это жесть. Эффекты классные, кстати. Аж камера начинает дрожать. О, да! Мы их разбили. Мы их здесь разбили. Поехали. Так, конница вперед. Так, царицу, царицу далеко, слишком близко к эпицентру ставить не будем. Давайте лучше захватим сейчас быстренько все это дело. Мы здесь побеждаем, мы здесь побеждаем. Ребят, 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 давайте быстрее, давайте быстрее, давайте быстрее. Отпустите, отпустите, поехали. Пикинеры, быстрее, 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 вперед, 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 вперед. Конницу выдвигаем на этот, на передовую. Давайте, ребята. Ой, как хорошо. Как хорошо.
Захват первой площади. Бегом. Так, пикинеры. Захватывают вот эту вот башни, чтобы они больше по нам не стреляли. Давайте двумя пацанами сразу же. Здесь у нас проблемы какие-то. Ну, пацаны, давайте. Так. Ну все, вроде бы. Вроде бы все. Захватили башню. Лучников продвигаем вперед. Так, кто-то еще по нам стреляет? Какая из них? Кто по нам стреляет, я чуть не пойму. Слушайте, может быть, пикинеров отправим? Так, это кто у нас? Так, пикинеры. А вы можете сюда подойти? Спасибо. Не, не хотят. Не хотят что-то не подходить. Тупят, ребята, тупят. А, нет, все, пошли. Они пошли. Так, ну, я так понимаю, пикинеры, они... Фаланга, врубай. Вот так вот. Отпускаем пики. Что-то они не хотят опускать пики. Египт должен быть нашим, ребята. Мы захватываем Александрию. Пока что мы не будем стрелять ни по ком. Захватываем вот эту башню тоже. Поехали сюда. Я забыл про свою конницу. Пардон. Бывает. Убираем свою конницу. Рима слил свою конницу. Почти слил Римас. Римас почти слил свою конницу. Так, забираем лучников и отправляем их вот в эту сторону. Пусть они обстреливают вражки тоже. Бойцов. И здесь у нас вроде бы все. Мы захватили. Мы добили всех. Ребятюль. Теперь нам надо собрать всех своих бойцов в один кулак. Кроме вот этих вот. Да? Поехали. Поехали, ребят, поехали. Так, наш конница жива, это очень хорошо, это очень даже радует. Сейчас мы начнем обстреливать вот эти вот соединения именно с этой стороны. Как раз здесь у нас откроется вид. Мы на холме, это очень хорошо. Да, город Александрия, кстати, здорово такой. Здесь у нас порт. И осталось захватить вот эту вот площадь и вот эту вот тоже. Так, бойцы сюда. Давайте пока захватим вот эту вот площадь. Здесь вообще никого нет. Просто забирай и все. Вот на этом, для этого и конница и нам требуется, ребята. То есть нужна, чтобы они захватывали все это дело. Так, что у нас тут? Хороший обстрел, хороший. Так, свистящих выстрелов я не вижу. У нас здесь есть вражеский генерал. Полководец. Так, почему я здесь... Я их не могу выставить. Ладно. Пусть пока обстреливают. Так, пики поставили. Атака в строю тоже поставили. Опускаем пики. Сейчас они сами пойдут к нам на атаку. Ребят, пики опустили. От это просто прекрасно. Прекрасно. Вот это я понимаю фаланга. Все, они уже обречены. Да.
Нет, они передумали, назад идут. Блин, такой эпик фейл. Нет, 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 нет. Нет, они опять передумали. Смотри, тупит, тупит. Вперед, продвинься. Продвинься вперед. Да! Прекрасно. Хорош. Мы навязали им бой. Это самое главное. Мы навязали им бой, ребята. Так, здесь мы обстреливаем вражеского полководца. Это тоже очень хорошо. Ну-ка, давайте вот это вот захватим еще. Что у нас там с площади? Площадь одну захватили? А, у нас конница не может захватить площадь? Подождите. Ну, давайте спешиться, дадим им приказ. Сейчас пойдет захват. По сути, да-да-да, все, пошел захват. Сейчас мы их добьем быстренько своими пикинерами. Хорош. Вперед. Ну, вроде бы все. Так, захватили. Давайте обратно. Обратно в свои места заняли быстро. Фух. Да, немного я разучился, конечно. После всех этих шутанов и симуляторов надо, конечно же, подправлять свою тактику в этом плане. Все, поехали. Ух, как мы тут их жестко подпалили. Посмотрите, они все в крови бедные. Так, у нас где-то были вражеские лучники, кажется. Давайте наемную египетскую пехоту сначала размотаем по-быстрому. А отсюда уже ударим своей конницей. Так, давайте, кавалерия, работаем. Кавалерия, работаем быстро, 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 быстро. Пошла жара. Ночная атака, ребята. Ночной штурм. Так, ребят, стоп, 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 стоп. Не стреляйте, дебилы. Не стреляйте, сюда стреляйте. Хотя, стоп, вообще не стреляйте. Стоп, стоп. Hold your fucking fire. Так, конница тоже отрабатывает. Прекрасно. Ну и все. По ходу дела мы сейчас победим. Я бы не сказал, что это тяжелая победа. Это легко. Хотя наши потери 577, их потери... Зенобия побеждает. У нас минус один наемный египетский пикинер. А, кстати, это те ребята, которые я нанял. В принципе, наемники. Наемников надо убирать. Кстати, давайте посмотрим, что у нас еще из наемников. Кто, вернее, остался из наемников. Это у нас палемирская конница. Нет, это не наемники. Вроде все нормально. Так, итого у нас 743... золотых монет за каждый ход. А нам надо набрать 1924. И чтобы перестроить полис. Ну что ж, прекрасно. Остаются вот эти вот немаловажные поселения. Это у нас Миос, Гормос и Фивы. Захватить их, и мы будем почти контролировать все Красное море. Хорошее начало. Очень хорошее. Ну и рано или поздно, я считаю, что рано или поздно мы будем воевать с сасанидами. Это тоже нужно учитывать. Так, небоевые потери здесь у нас. Мир чудес, Александрия. Вы захватили истинное чудо. Люди, жаждущие узреть его великолепие, будут стекаться со всего мира. Александрия, ребята, это великий город. Давайте будем здесь добивать поселение. Слушайте, мы что-то прям слишком быстро захватываем все это дело. Я не думаю, что...
что будет хорошей идеей. Нам надо хотя бы армию набирать какую-то. Поехали, забираем второй город. Битва Паритони. У нас будет морская высадка. Я не знаю, с моря мы вообще сможем захватить или нет. Обычно у меня бывают какие-то казусы, когда я с моря пытаюсь кого-либо захватить. Но есть у нас шанс. Этим шансом мы будем пользоваться. Обычный снаряд, конечно же, ставим. Так, что тут у нас получается? Налетчики и штурмовики. Ну и сам говорит Марк. Марк здесь находится. Ладно, будем их обстреливать. Морской бой, господа. Обстрел пошел. Этих бойцев сюда выставляем. Даже вот так вот лучше сделаем. Get ready. Блин, классно, да? Прям звуки сделай. Обалденный. Давайте, рабы. Деть вашу налево работать. Смотрите, ребята, у них шлемы согнутые все. Видать, не впервые они в битву. Да, смотрите. Классно вообще. Блин, нельзя увеличить. Так, артиллерия почему-то не хочет работать. Ладно, выставляем их сюда пока что. Этих бойцов сюда. Будем обстреливать их. Штурмовиков отдельно вот правее возьмем. Так, и будем работать артиллерией, наверное, да? Вот по этой толпе будем херачить. У них есть лучники. У них есть Гней Цинна. Это сам полководец. Вот его тоже нужно обязательно обстрелять. И вот еще один полководец. Стреляйте. Давайте, ребят, давайте. Ну, стреляйте, мать вашу, вы что делаете? Сейчас они нас перестреляют. Бегом. Пошла мазута. Хорош. 66 из 80. Прекрасно. Так, тушить корабли, я надеюсь, мы не будем или будем? У нас режим тарана работает еще. Прекрасно. Вот это хорошо. Они под жестким обстрелом. Но у нас здесь пожар скоро будет. Ладно, высаживаемся. Высаживаемся, пока у нас корабль не сгорел. Так, артиллерия, работаем. Сейчас минус один. Минус флотоводец будет. Так, корабль у нас пока не сгорел. Прекрасно. Все складывается в нашу пользу. Минус. Все, теперь посмотрите, как он грамотно растянул своих бомжей-то, а? Так, гнеи, начинаем обстреливать. Они достанут, не достанут? По идее, должны достать. Ну что, штурмовиков, я думаю, высадит пора, да? Высаживаем. Да, и лучников тоже пора высаживать. Давайте, высаживаем всех. Кроме, конечно же, артиллерии. Наши остались без снаряжения. Ой, как хорошо полетело. Смотри, как они горят, прям классно. Как они классно горят. Так, Вигилов. Пошла бомбардировка. Слушайте, это какой-то снаряд калибр, ёпта. Тут они точно бьют-то. Молодцы. Если я сам буду пытаться стрелять, я ни хера не попаду. Я даже не знаю, куда стрелять. Ой, это грёбаная жесть.
Нормально так поснимали, да? Так, первый сколько снял? 25 и 14. Понятно. Маловато. Ух. Красота. Так, ну что, вы высадились? Так, бойцы, вперед. Горите. Горите, душу вашу мотал. Слушай, может быть, простой снаряд поставить, а? Давайте вот этого гнея простым снарядом пообстреливаем. Захватили Александрию, это самое главное. Теперь осталось его удержать, потому что там будет недовольных очень много. И я не знаю, что дальше будет. Ребят, ну-ка, давайте стреляйте быстренько. У нас вроде бы ограничений по времени нет, да? Есть, 54 минуты. Печаль, беда. Ну? Стреляйте. Чё-то не хотят стрелять. Он завис, походу. Он завис, походу. Обиделись. Ладно, давайте с этой стороны встанем. Походу, может быть, что-то реально им мешает. Ну что, ближе бой будем уходить? Или мне кажется, рано? Давайте лучше отстреляем весь снаряд. Потом уже разберемся. Хорошо. О, пошел обстрел. Что-то походу, когда я включаю обычный снаряд, он... А, нет, уже стреляют. Прекрасно. Да, 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 снимаются, видите, 126, было 127, сейчас уже 125. Они растянули своих бойцов. Но это нам не мешает. Вот здесь вот, кстати, они не... Они здесь растянуты. Они что задом встали? Вообще красиво. 123 уже, было 160, кажется. Было 140, 30. Кажется, лучше всего пламенный поставить, чтобы вообще не париться. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Они что-то решили пойти в атаку, походу, да? Фалангу ставим. Так, сорян по дальним ребятюлям. Пошла мазута. Убираем фалангу, окружаем их и заходим. Наши остались без снаряжения. Многие спрашивают, играю ли я с модами. Нет, ребят, вообще модов нет. Ни одного мода. Без модов играю, дорогие друзья. Без каких-либо модов. Так, убираем атаку в строю. Ну и все. Добиваем остальных. Я думаю, просто изи катка. Что-то они какие-то слабые египтяне. Я думал, будет чуть-чуть посерьезнее. А нет. Ничего такого не произошло. Так, вставайте сюда. Погоняем их. Легонеров отправляем вот в эту сторону. Кстати, наши легонеры вот так вот выглядят. Четкие ребята. Очень четкие. Ух, как они долго стоят-то, а?
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то вы жестко стреляете там. Давайте лучше сюда встали. Мы сейчас даже можем защитную черепаху сделать, замутить. Нашего военачальника напали. Да. Так, кто это у нас? Римские застрельщики, да? Римские легкие застрельщики. Вперед! Вау! Хедшот! Смотрите, ребят, хедшот просто. Это просто гребаная жесть. Ой-ой-ой-ой, мы еще по своим попали. Так, стрелять по этим балбесам. Догоняем. Стреляем по ним. Стоп. Не стрелять. По своим попадайте. Да, дебилы, не стреляйте, по своим попадайте. Господи, два раза, два попадания. Да господи, я же им сказал, не стрелять. Поехали. Все, это победа. Они бегут. Вот это еще и копьями получили прям по имбальнику, ребята. Это победа. Это победа. У нас потери были всего лишь 81 человек, дорогие друзья. Их потери где-то 500 чем-то. Ну это просто обалденно. Вроде бы мы захватили и город. Вот это я понимаю захваты. Да, теперь будет очень трудно удержать все эти территории. Нужно перестраивать религию, мне кажется. Нужно перестраивать критические здания, чтобы нормально такой общественный порядок у нас был. Ну, походу у нас будут проблемы скоро. Но ничего страшного. Осталось вот эти вот захватить. И у нас будет большой плацдарм. И подготовка для следующих атак. Мы, наверное, скорее всего, пойдем на восток. Против сасанидов, потому что что-то они там жестко притихли. И рано или поздно они объявят нам войну. Скажут, тють-тють-тють. Ты что-то там разыгрался. Давай-ка с нами повоюй. Отдай нам свои территории и своих женщин и детей. Так, что мы сможем сделать здесь? Я думаю, нам надо что-то изучить, чтобы нам... Так, доход от имперской казны. Каждый ход 300 золотых монет. Ну-ка, давайте поставим это дело. Имперская казна. Захватить имперскую казну. Нифига себе, даже такое есть. Изучение такое интересное. Скорость исследования плюс 10%. Скорость исследования на заход плюс 50%. А, стоимость если заход 50. Угу. Ну что ж, ладно. Так, у нас надвигается скоро. Будет скоро проблема с общественным порядком, как я говорил. Так, для Армении мы сделали легион севера. Воины Вабалата будут пока что охранять Эдессу, потому что здесь у нас уже рядом сасаниды, они жесткие ребятюли. Кто-то у нас там апнулся. Да, у нас флотоводец, ребята, апнулся. Угу. Слушайте, я, наверное, ему сделаю страж закона, вернее. Вообще с порядок плюс 3 это провинция. Сделаем. Пусть он эту провинцию пока что охраняет. Вообще порядок это провинция тоже плюс 3. Порт, рыбный порт. Придется потом немного поэтому, да? Так, по суше мы, наверное, пройтись не сможем. Печаль, беда. Хорошо, ладно. Сдаем ход. Повышение ранга. Курия. Наш агент повышает свой ранг, ребята. И у нас завершение исполнено. Так, захватить имперскую казну. Сейчас ведется исследование, вернее. Завершение используется. Что я несу? Что я несу? Скажите мне, пожалуйста. Так, я хотел ее из нее сделать отравителя. Так, манипуляция, убийство, яд, шанс успеха. Здесь у нас контрразведка, военно-разведка. Давайте лучше секретность. После секретности массовое отравление. Будет изучено. И ей пойдем, наверное, уже
заниматься разведкой нашими южными границами. Александру я пока бросать не буду, так как у нас здесь кое-какие проблемы могут быть. Так, общий порядок плюс 3. Скорость исследования, доход. Давайте амфитеатр, наверное, построим. Либо работорговец для хитерёшков. Нет, давайте лучше амфитеатр построим. У нас вроде бы с пищей все прекрасно. А вот вдоль реки, вернее, Красного моря и реки Евфрата мы будем захватывать все эти поселения. Здесь у нас очень плодородные земли. Кстати, касательно плодородия. Здесь так же, как и рост региона, благосостояние региона, общественный порядок, дипломатический статус, владение фракциями и членство в политической партии. Нет, у нас плодородия нет. Дом Адената, латинские семьи и семьи греков. Смотрите, здесь у нас семьи греков в Сирии, в Пальмире. Дом Адената, латинские семьи находятся в Палестине, да? Угу. Ну что ж, прекрасно. А у нас еще и, мне кажется, внутренний... Самое главное, чтобы не было кризиса именно внутри. Вот это вот самое главное. Королева-мать. Устроить пир. Ладно, пока устраивать никого не будем, ничего не будем делать. Сейчас Зенобию заберем и будем ей, наверное, захватывать уже следующие провинции. Ну что ж, друзья, с вами был Римас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам нравится данное видео прохождение, то обязательно поставьте лайк этому видео и напишите что-нибудь. Напишите что-нибудь. Что бы вы хотели видеть в следующей серии. Куда идти, ребят? На юг? Либо готовиться. Мне кажется, все-таки нам надо завершить все эти войны с Египтом. Вынести его к херам полностью и уже пойти на сасанидов. Скорее всего, даже к этому моменту они нам объявят войну. Я знаю этот искусственный интеллект. Я знаю, как он действует. Ну что ж, всем удачи. До скорых встреч, дорогие друзья.